Короче, Ира, ну, я думал, себя погоняла. Тот самый парень за кадром. А вы знаете, что мне пишут до станции 2 часа? Я... Это бред какой-то. Слав, ты доволен контентом? Я тоже очень доволен. Ты мне сделал дохуя фотографии и снял мне видос. Блять, ладно. Пошел в Макдональдс. Попробуем. И на вкус финский мак. 1 мая. Мы живем там в хате. В 4 часа утра, ну там тусили и так. Гуляем по набережной, я не дома Минск. Сзади идут моя, хотят сделать свек. У меня нет друзей, пойду топиться. Она не впадает, у меня только сюда. Мой мальчик. Айп снимает портфель. Присаживается. Короче, ребяточки тут путешествуют. Прикол. Короче, мы выехали на Минское море. И нам пешкарничать 3 часа. Лохи мы, лохи мы, прикол. Вот, я полностью согласен с ним, потому что, блин, давай. Вот, я с ним согласен, потому что, ну, пройтись, прогуляться 3 часа, ну, бля, ну хули, погнали. Вот, короче, ребят, знакомьтесь, я тот самый парень за кадром, а это мои звездочки, которых мне приходится снимать. Минское море далеко от этой остановки? Целый наши душ ходит по дворам. Светлав, зачем ты выбил мне зуб? Чего? Спасибо, сейчас у вас скажи. Мы наклеились пока погулять по Минску. Привет. Ира, здорово. Ира, здорово. Вот, короче, вот мы вышли наконец-таки погулять по Минску. У меня все.